Дорогие друзья, всем здорово! С вами передача «Покашеварим». Я тут наворовал на колхозном поле кукурузы. Не надо меня за это винить. И с ней надо что-то сделать. Самое простое, что мы можем сделать, это ее сварить. Но я вам покажу немножко другой вариант приготовления початков кукурузы. Я сделаю печеную кукурузу. Для того, чтобы наивкуснейшим образом запечь кукурузу, нам потребуются следующие ингредиенты. Ну, ясное дело, кукурузы я возьму 2 початочка, грамм 70 сливочного масла еще возьмем, кинзы немножечко, вот такой пучочек, 3 зубчика чеснока нам потребуется, перец и соль. Ну что ж, погнали делать печеную кукурузу. Ставим разогревать духовку до 200 градусов. Очищаем чеснок и мелко его нарезаем. Вымытую зелень обсушиваем и нарезаем очень мелко. Сливочное масло взбиваем вилкой. Добавляем в масло зелень, чеснок, соль и перец. Соли возьмем где-то половину чайной ложки, а перца немножко меньше. Кукурузу очищаем от листьев и всяких волокон, обмываем ее и обсушиваем. Обмазываем каждый початок получившимся ароматным маслом. Плотно заворачиваем в фольгу. И запекаем в духовке, разогретой до 200 градусов, 40 минут. Вот и все, дорогие друзья, с вами была передача «Покашеварим», всем пока, до новых встреч. Не забывайте подписываться на канал, ставьте пальцы вверх и комментируйте видео. А еще вступайте в группу ВКонтакте.